Труба лопнула. А? Кто сожрал мои радужные корешки? Всем хай, с вами Юджин, и сегодня мы с вами будем снова играть в игру «Метель». Мы уже с вами играли в этот хоррор и проходили главу, которая была полностью посвящена мне. Представляете, целая глава про меня, про Евгения, про Юджина. А вот здесь вы можете посмотреть, как я ее проходил. И сейчас вышла новая глава, четвертая по счету, называется «Адель». Помимо этого, есть еще Алан и Эмили, которые мы с вами не проходили. Но мы не будем играть в хронологическом порядке. Давайте сразу пройдем «Адель», а потом посмотрим, может быть, Эмили и Алана пройдем под ваши лайки, постоянные, как говорится. Погоди. Не выходи, не гуляй, говорили мне родители. Решайте свои проблемы сами, но меня не трогайте. Я уже взрослый человек и могу сама решить, что мне делать. Рано утром я собрала вещи, села в автобус и поехала до подруги. Пока ехала, какой-то урод все пялился на меня и улыбался. Наконец моя остановка. Я вышла из автобуса и пошла до подруги. В этот день я поняла, что зря не послушала родителей. Вот думала, именно, что это все шутки, что они просто так переживают. Пока шла до подруги, я услышала, что сзади кто-то идет за мной. Это был тот мужик из автобуса. Я сразу ускорила шаг, но когда снова обернулась, мужика уже не было. Успокоившись, я сбавила шаг. Как вдруг из-за угла старого дома появляется этот мужик и хватает меня. Я не успела закричать, как он закрыл мой рот тряпкой, после чего я резко отключилась. Проснулась я уже в старом подвале. Не зная, как выбраться, я заплакала. Бедняжка, бедняжка, ну ничего, Евгений. Он уже сбегал. Он уже сбегал из предыдущей главы, и он тебе поможет, дорогая. Это мы? Что это такое? Что? Я слышу, кто-то плачет. У нас есть отмычка. Погодите, я играю не этой девушкой. Вон она. Мы какой-то другой чел. Мы Юджин? Блин. Неожиданно. Ага. Без того, чтобы, знаете, вы умерли и так далее. Ага. Просрали. Все, я понял. Видимо, мы играем тем же самым челом, что и в предыдущей главе. И мы до конца не сбежали от маньяка. И это тот же самый маньяк, что и был в предыдущей части. Нам нужно теперь помочь. Тише, тише, не бойся. Я пришел помочь тебе. Лупан. Где он сейчас? А, он ушел наверх. Отлично. Я постараюсь вытащить тебя отсюда. Я постараюсь сделать что-нибудь, но поверь, я напортачу несколько раз, так что не сильно меня осуждай. Что ты успела узнать? Скажи мне, пожалуйста. Она смотрит так на меня, как будто бы узнала. Да, это я, Юджин Евгений, да, тот самый. Все правильно. Я тебя спасу, не бойся. Требуется ключ-карта. Черт. Опа. Что там случилось? Ой-ой-ой, это громко. Мне нужно срочно где-нибудь спрятаться. А где? Подскажите, пожалуйста. Прыгать-то я не могу. За какой? За этой дверью. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Все нормально. Кто трогал электрощиток? Я. Ага. Да блин. Какой он тупой. Это было смешно. Пробуем еще раз. Мы забыли закрыть щиток. Вот наша проблема. Давайте открываем. А, черт. Что за шум? Какого хрена? Пробуй за дверью. Я уже стою здесь, все. Не смотри на меня, не смотри на меня, ты меня спалишь. Что за шум здесь был? Так как мне спрятаться? Простите, я случайно облокотилась на горячую... Он же сейчас меня увидит! Обожглась. А теперь здесь, за этой дверью? Что? Так, погоди-ка. Да я там ничего не трогал! Ничего там не трогал! Я ничего не трогал! Видимо, показалось. Пожалуйста, не бить меня. Попался! Черт! Что-то здесь не так. Я должен за эту дверью спрятаться, но она заперта на ключ. Он ушел наверх. Ой, 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 прости! 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 Ты жива? Она жива, фух. Но она мучается. Может быть, надо добить ее? Ой! Она встала! Все, 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 все нормально, все нормально. Пожалуйста, не делай больше так. Прости меня. Я больше так не буду, извини. Как же мне быть? Это закрыто на ключ. Давайте смотреть. Лампочка. Ага. Ни хрена. О-о-о. А зачем это? Там вода. Для чего мне вода? Что-то в бочке есть? В шкафчике.
Можно спрятаться в шкафчик? Нельзя. Слушайте, а может быть попробовать его позвать и зайти за ним? Черт. Что там случилось? Все, стоим, ждем. 3 секунды. Что за шум здесь был? Идем за ним. Идем за ним. А? Так, погоди-ка. О, боже мой, он меня увидит. Здесь под стол. Что-то был? Видимо, показалось. Есть. Отлично. Только не говори, что ты закрыл дверь. Да блин. Ладно, что-то найдем сейчас здесь. Во льду что-то есть. Во льду что-то есть. Радиатор. Погодите, еще одна дверь открыта. О, как много здесь всего. Значит, какая-то комбинация должна быть здесь. Не понимаю. Какая-то палка, но она в паутине. Ну, я не смогу вытащить ее из паутины. Там же пауки, это мерзко. Главное, мы продвинулись. Смотрите, символ. Краска какая-то. Надо закрыть обратно холодильничек, чтобы мы не спалились потом. О, боже мой, что ждет эту девочку? О, стоп, требуется 10 вольт. Мы выключили, это плохо. 10 вольт, то есть тут надо суммировать, получается. Математика. О, боже мой, я никогда не выберусь отсюда. 2,5 плюс 5, 8 равно 8,3. И это не то. Хорошо. Вот, 2,5 плюс 4,3 будет 6,8, да? 6,8 плюс 3,2, 10 вольт. Жарит. Но ведь так и было. Опа, смотрите. Отлично, здесь есть сейф. Введите код, открыть. А что надо ввести? Надо нажать. Жму, открыть. Нет. Комп. Точно. Блин, опять пароль. Съесть готовый завтрак. Съел. Я съел готовый завтрак. А зачем я его съел? Теперь же он спалит меня. Перевести часы? Перевести. Ублюдство? Ублюдство! Да спрятаться. Сюда он не пойдет, наверное. Надеюсь. Ну что, пришло время покончить с этим. Он не пойдет сюда. В тот раз он не ходил. Не надо, пожалуйста. Думаешь, я этого хотел? Я ни в чем не виноват. О нет, нет, я подставил ее! Он даже не обратил внимания, что холодильник открыт. О, я подставил, ее время вышло. Теперь только я остался. Я должен выжить. Твою же. Похоже, теперь мне не выбраться отсюда. Все будет хорошо, мы сможем. Только мы... Как мы сможем-то? Он вообще не обратил внимания ни на что здесь. Неловко с девушкой получилось. Не могу отделаться от ощущения, что это я в этом виноват как-то. Опа, смотрите, смотрите, смотрите. Это же кий. Он отсюда. Да. А, ну да. Она же сдохла. Я прям забыл только что, что я убил ее. Обидно, конечно, за нее. Эй, я не могу идти. Вот, я увяз в ней. Так, что у нас тут? Нет никаких предметов. Опа, здесь свет включается. Зачем он мне? Заперто на ключ. Открыто. Так, здесь воды нету. И полно крови в ванной. Унитаз тоже сломан. И здесь нету ничего. Грязная вода. Естественно, я не суну руку в грязную воду. Вы что? Ладно, все закрыли, вернули как было. Опа, еще есть какая-то штука. И тоже нужно ввести пароль. Что? Дверь закрыта. Какая дверь? Какая дверь закрыта? Вот эта дверь закрыта. Он оставлял ее открытой. Давайте откроем. А кнопка что дает? Окей, включить, выключить. Опа, смотрите, вантус. Это прогресс. Что, вентиль? Такой же, как и этот. Куда-то вентиль можно всунуть, все вернуть на место. Не забываем про это. Я опять застрял в девушке. Твою мать. Отпусти меня. Хочешь меня за собой утащить, да? А, фух. Спасибо. Это Адель, и глава называется Адель. То есть я просрал... главу целую. Ну куда тебя вставить-то? Скажи мне на милость, пожалуйста. Сначала нужно поднять лифт. Вентиль. Есть. О! Скорей! 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 Сидим!
Я вроде бы все закрыл. Попался! Блинушки! Ладно, значит, теперь мы можем спасти Адель. Не бойся, я все знаю. Я знаю, что я делаю. Все будет в порядке. Все, сиди спокойно. Умница. Что за шум здесь был? Идем за ним. Ты куда пошел, урод? Да, погоди-ка. Быстрее, быстрее, сюда. Здесь кто-то был? Он меня увидит? Ну, вроде все на месте. Нет, не увидел. Отлично. Все, можем спокойно двигаться. 5,8, 7,6, 6,3. Счетчики как раз-таки эти включены, которые я включал до этого. Может быть, нам нужно наоборот выключить? Или это одна из уловок? Скорее всего. Ладно, тогда давайте возьмем ключ и откроем дверь. Знаешь пароль от терминала? Нет. И скорее его знает только этот псих. Черт, я не смогу войти. Нет. О, нет. Стоп, давайте под стол. Блинушки. Давайте под стол! Закрыл дверь, закрыл. Ой, надеюсь, он не убьет ее сейчас. А? Так, погоди-ка. Нет, 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 все нормально. Здесь кто-то был? Тебе кажется. Ты придумываешь. Кто включил свет в кладовой? Нет, я забыл закрыть. Что он теперь сделает? Он будет искать? Ах ты прохвостка! Он убил Адель. Снова. Неловко получилось, Адель. У меня есть план. Она жива! Какой? Потом расскажу. Для начала мне нужно найти респиратор. Хорошо, жду. А может быть, ты сразу бы рассказал план? Она же должна понимать, что мы будем делать. Кстати, здесь нету Вантуза в этот раз. Странно. Он должен был быть тут. Неприятно он тебя побрызгал, да? Постараюсь больше не допускать таких оплошностей. Так, смотрим. Вантус. Где Вантус? Опа, предметы рандомно спаунятся. Все, возвращаем на место, это правило. У нас есть тряпка, которой, может быть, можно вот это сделать? Это краска, нет, не получится. Может, раковина? А, мы заткнули, но нет воды. Да помоги мне уже, пожалуйста. Вантус, 100 пудов у тебя, пожалуйста, дай мне его. Бесполезно с ней что-то вообще делать пытаться. Адель, я тебя прошу, ты должна мне как-то помочь. Вантус же стоит здесь, прям. Блин, Адель. Юзаем Вантус, достаем вентиль. Хорошо, это какой-то прогресс. Вентиль ставим сюда. Крутим. Выключаем свет. Да-да-да, все, я все нормально. По-моему, все отлично. Унитаз я закрыл или нет? Он открыл. Ага, думал, я не замечу вентиль. О, нет, надо было достать вентиль обратно. Он все это время даже не подозревает, что здесь есть еще один человек. Он думает, что это она делает. Сейчас он пойдет, пшикнет. Адель, потерпи чуток, задержи дыхание. Думаешь, я слепой? Бедняга. Ой, боже мой. Ты в порядке? О, она жива. Я надеюсь, не закрыл? Нет, он закрыл. А что по вентилю? Забрал. Тварь, он забрал вентиль. И куда он его дел? О, он на месте. Давайте сделаем еще раз. Пшик, забрали. Быстро, закрыть. Закрыть. Оп, сейчас должно быть что-то по-другому. Вот же дрянь, труба лопнула. Вот, он начинает закручивать. А значит, гаечный ключ он, возможно, забудет обратно положить. Тварь. У меня есть идейка. Поскольку он какое-то время проводит здесь вот, этот ящик открыт. Может быть, мы можем что-то забрать отсюда? Выбираем вентиль. Выключаем свет. Труба лопнула. Ага, он открыл ящик и пошел. Идем. Смотрим. Найс. Ага! О, блинушки! Какая тварь, я заметил меня. Ладно, давайте решим загадку с вентилем. Забрали. Закрыли, выключили, уходим. Труба лопнула. Надо ползком идти, возможно, из-за этого он меня заметил. Оп, идем. Не такой уж, что ты и внимательный, да?
Ух, пронесло. Не бойся, Адель, сейчас все будет. Новая дверь открылась. Опа, кто-то здесь спал. Смотрите, красный, черный, синий. Я понял. Я понял. Черный. Черная краска указывает на какую-то цифру. Что это за цифра? А, моя нога. О, нет. Что там случилось? Давай, открывайся. Как? Как мне открыть? О боже мой. 5 секунд. 4. Прячься. Боже мой, быстрее. О, успел. Прям за секунду до. А? Я же выключу свет. Погоди. А, он сам включил его. Здесь кто-то был? Видимо, показалось. Ох, вот это я скорость сейчас замутил. Давайте еще раз посмотрим, что здесь есть. Это не открыть никак. Синяя краска. Хорошо, мы теперь знаем, где все краски находятся. Давайте возьмем чайник. Он пустой. А можно его на место поставить? Ой, его нельзя поставить на место. Все, он мой теперь. О, погодите, кроватку можно взять и одеяльце убрать. Что это такое? Подушка и что-то в ней зашито. Мы что-то не доглядели. Блин, вот вода нужна, чтобы чайник, видимо, наполнить. За зеркалом есть что-нибудь? Осколок зеркала. Осколок зеркала я взял. Вот, им можно разрезать. Им разрезано. Все, какой-то есть ключ теперь. Бррр, погодите, давайте все вернем как было. Все как было, все как было. Скорее всего, это ключ от этой двери. Да. Попробуем еще раз. Опа, смотрите. Так, но с этим мы ничего не можем сделать. Предохранители все в норме, все работает. Да елки зеленые! Как мне выйти? Как мне выйти? Как мне выйти? Я не помню, как это делается! Есть! О, боже мой, я пошел. Все. А? Нет. Так, погоди-ка. Здесь кто-то был, но вроде все на месте. Ладно, нормально. Погодите, вот же есть вода. Чайник с водой, прекрасно. Это значит, что мы можем поставить его на плиту. Только я не знаю, для чего это. Забираем. Может быть, можно ошпарить его? Нет. Чайник с горячей водой для льда. А? Нет, там все нормально было, точно. Погоди-ка. Что-то здесь не так. Ну, вроде все на месте. Маньяк посчитал, что все на месте. Его ни капли не смутило, что звук был от чайника нагретого. Нам повезло, маньяк очень туп. Все, мы растопили. Но у нас чайник все еще есть. Свечка. Свечка. Нахрена? Может быть, здесь ее зажечь нужно? Горящая свеча. Окей. Может, тебе дать свечку? Держи. Чайник. Вентиль. Нет. Или сюда. Да. Окей, я взял швабру теперь. Каждый раз это рулетка. Какой ты рандомный предмет получишь в этот раз? Значит, швабра. Шваброй можно куда ткнуть? Погодите, какую-то я тряпку взял. А, это та самая тряпка. Пойдемте в ванну. Тряпку сюда, вода не включается. Швабры потыкать не получится. Стоп! Погодите, мы помним прикол с вентилем. Надо проверить, что швабры не нужно возвращать. Надо возвращать на место. Хорошо, что Евгений посмотрел. Вот! Тварь. Что там случилось? Ладно, бывает. Дерьмо какое. Быстрее, обратно ставим. Ставь швабру обратно. Все, ныряем. Что взял? Отмычка. Отмычка, это хорошо. Она, возможно, от чего она? Думала, я не замечу осколки вазы. Черт, их надо было убрать. Ладно, попшикай разок, ничего страшного. Почему ты меня так спешишь? Думаешь, я слепой? Вот эта музыка, прям как будто трейлер. Чё, Адель, как? Нормально все? Ну, задымило немножко, все нормально будет. Так, отмычка у нас есть. А как я должен был осколки убрать? Или это неизбежно было? Адель, это было неизбежно, извини. Эта отмычка здесь не работает. Она может работать вот здесь.
Нет, вряд ли она будет работать. Ага, от аптечки. Еще что-то должно быть. А, вот от чего, шкаф был закрыт. Здесь есть труба. Труба, наверное, в ванную. Куда-нибудь сюда поставить. Адель, блин, ну ты давно уже здесь, подсказывай. Так. Куда же здесь, может быть, трубу куда-то вставить? Вот, отлично, это рычаг, 24 вольта нужно. И тогда он сработает. Это значит, что нам нужно будет включить 24 вольта, поднять лифт и успеть включить обратно. Итак, я с помощью калькулятора посчитал. Нужно 5,8, 4,3, 7,6 и 6,3. Теперь лифт работает. А чё, он не реагирует? Что за шум? Как там было? Как там было? Вот так, что ли? Он сейчас увидит, что лифт работает. А? Так, погоди-ка. Здесь кто-то был? Кто поднял лифт? Нет. Надо было опустить его. Снова пшикнет сейчас на нее. Она переживет. Адель, ты в порядке? А, не бойся. Бог любит троицу, так что тебе еще один разок осталось как минимум. Так, лифт-то мы подняли в итоге. Что это? Респиратор без фильтров. О, я думал, мы сейчас на какой-то другой этаж пойдем, а в итоге это просто мы достали эту штуку. Но фильтров-то нет. А может быть, чайник подойдет для красок? Стоп, подождите. Черная краска. И здесь на двери черная краска. Я понял. Вот, тут нужен правильный ракурс. Черный — это девятка. А значит, красный? Красный — это четверка. И вот остался синий. И синий — пятерка. 4, 5, 9. Открыть. Вот как это? Как работает хорошо. Рычаг у нас теперь есть. Смотрите. У нас теперь есть рычаг, который мы можем вот сюда поставить. И теперь... Стой! Нет! 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 Я не закрыл дверь! Хана тебе, Адель. Я же еще... Я же сдохну сейчас. Вы проиграли, блин. Надо было воду же как-то убрать. Пока я перепроходил несколько раз, я там запоролся и заодно нашел прикольную штуку насчет осколков. Смотрите, как можно сделать, оказывается. Берешь так, открываешь... Они падают прямо в ящичек и закрываешь его. Ладно, немножко. Они упали сквозь. Прекрасно. Тогда нужно быстрее положить швабру обратно на место. Закрыть дверь. У меня 4 секунды осталось. Быстрее, быстрее, потом пшикнут. Все, все хорошо. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Я так понимаю, что в случае с лифтом у нас нет вариантов, кроме как подставить бедную девушку, чтобы ее пшикнули разочек. Что если есть другой способ? Ну, давайте просто поплывем по течению. Ставим. А, да, нам нужно поменять. Так, это все убрали. 5, так, по-моему. Поднимаем. Опустить мы уже не можем. Видимо, как раз-таки рычаг этот и нужен, чтобы опустить лифт. Ставим, забираем. Может быть, вот так? Так, погоди-ка. Здесь кто-то был? Кто выключил обогреватель? Опа! Опа, блин! Я поднял, опустил лифт все грамотно, но, видимо, включатель не так сделал. Ладно, ну, сейчас он немножечко ее газиком так потравит. Она покашляет, и все будет хорошо. Итак, у нас теперь есть... Ты в порядке? Ты в порядке. Иди сюда. У нас есть... Респиратор без фильтров. Адель с этим не поможет. Кто с этим поможет? Погодите, у меня же остался чайник с горячей водой. Может быть, его сюда нужно налить? Да. Опа, смотрите. Черточка, черточка, точка. Это азбука Морзе? Черточка, черточка, точка. Черточка, точка, точка. Черточка, точка, точка. Давайте сфоткаю на всякий случай. И куда у нас нужно применить азбуку Морзе? Так, на комп мы не можем применить. Нажмите. Вот сюда можно применить. Окей. Долгий. Раз, два, точка. Долгий. Точка, точка. Долгий. Точка, точка. Опа! Мы открыли фильтры для респиратора. Все, теперь это фильтрованный респиратор. Надо ей дать. Адель, бери. Респиратор и держи наготове.
Наденешь его, когда я закрою маньяка у тебя в комнате. Все поняла. Хороший план. У тебя в комнате где? Что есть твоя комната? Он к тебе зайдет разве? Я не знаю, что нужно делать. Но давайте попробуем вызвать его. Как он должен закрыться в комнате у нее? Она же там тоже будет. Труба лопнула. А? Что? Этот стан не мог упасть сам! Вот, Карасаки, он сейчас пойдет разозлиться, а она будет уже в респираторе. Так это работает? Ага, думала, я не замечу респиратор на лице! Блин, как же быть, как же быть? Сейчас он зайдет. Ну что, пришло время покончить с этим. Не надо, пожалуйста. Думаешь, я этого хотел? Я ни в чем не виновата. Я как знаю. А? Ах ты... Погодите, я закрыл. Подлец. Что я должен делать? Что это? Ты не выбьешь дверь. Это невозможно. Стоять! Это возможно. Почему она ничего не сделала? Что я должен был сделать, я не понимаю. Я должен был в ту дальнюю дверь побежать, видимо. Блин, поэтому я так плохо прохожу квест твоей комнаты. Потому что я не понимаю никогда, что происходит и что нужно делать. Не надо будет бежать в ту дверь. Надо будет просто задымить чувака, когда он будет в комнате. Она же будет в респираторе. Вот посмотрите, как это хорошо работает. Видите? Идеально. Вот то же самое будет с ним. Она наглядно нам показывает. Спасибо, Адель, за демонстрацию. Давайте похлопаем ей. Ой, блин, блин, погодите, надо же выключить. Адель. Демонстрация окончена. Я что-то забыл, что надо выключать. Я думал, там порционно выдается. Это я маньяк. Черт, ладно, идем на плохую концовку, видимо. Как повесить эту штуку обратно? Вот. Теперь, по идее, он должен зайти и увидеть все своими глазами, что Адель сдохла. И поблагодарить меня, видимо, за это. Я даже не знаю. Ладно, давайте сожрем уж его завтрак. Конечно, съесть его завтрак. Перевести часы, сейчас мы его позовем, он охренеет. Адель сдохла самостоятельно. Я ни при чем. Что? Попался! Что? А, Адель нужно в любом случае спасти. Как только он видит, что она сдохла, все, конец. Ладно, давайте теперь все-таки пройдем эту игру. У меня было столько уже запоров, которые вообще были не к месту. Чисто из-за моей тупости. Ладно, прячемся за дверью. Ща, Адель, извини. Все будет нормально, я худший спаситель. То есть, для многих людей, которые находятся в заперти... Блину, увидеть еще кого-то, нового человека, это будет просто спасение, вот оно. Но в ее случае это я. Ой, а что-то я сижу, болтаю. Адель, прости, это всего лишь Юджин пришел. Никаких шансов. Че ты плачешь, Адель? Потому что это я пришел, вот почему она плачет. Ай, сразу запорол все. Все нормально, я знаю, что делать. Поверь в меня, все будет хорошо. Иди, мужик. Вот, в правильную сторону пошел. А то обычно он, вот если сюда идет, он меня замечает все время. Так, погоди-ка. Ладно, давайте быстренько допройдем до того момента и узнаем, чем же эта история закончится. Впервые тебе объясняю этот план. Грандиозный план. Мы еще его ни разу не пытались отработать. Только первый раз пробуем. Ты берешь респиратор. Вот такая идея пришла в голову. Наденешь его, когда я закрою маньяка у тебя в комнате. Все поняла. Хороший план. Хороший план, да. Спасибо, что оценила. Итак, далее по плану. Мы съедаем завтрак. Потом мы вентиль крутим. Забираем. Ждем. Должно сейчас все сработать как надо. Вот же дрянь. Труба лопнула, а? Кто
сожрал мои радужные корешки! Я надеялся, что они запишут такую реплику. Кто сожрал мои радужные колечки? Теперь он точно убьет ее, несмотря на то, что время вышло. Сейчас пойдет пшикнет ее. Ага, думал, вот. Я не замечу респиратор на лице. Ответственный момент. Ну что, пришло время покончить с этим. Пожалуйста, главное не запороться, я устал перепроходить эту игру. Пожалуйста. Думаешь, я этого хотел? Я ни в чем не виновата. Я знаю. Закрыть. А? Оп. Ах, мертвец. Ты мертвец, мужик. Дыши, давай. Ага. Пни его под зад, Адель, пни его! Нет, надо больше, чё так мало? Адель, он скоро придёт в себя. Надо быстрее. Бежим. Бежим! Стоп, закрыть дверь. Ах ты, тварь! Есть! Успел. Пшик! Чёрт, чёрт, Адель! А требуется ключ, у тебя есть? У меня нет. Блин! А чё меня-то? Она все придумала. Еще и ключ нужно. Откуда я его знать должен? Я покончу с собой. У детектива Евгения следующие мысли. Требуется ключ-карта. Ключ-карту мы не находили нигде. И она, по-моему, вот здесь у маньяка. Такое у меня впечатление сложилось, когда я смотрел на его модельку. У него такая штучка здесь висела. То есть получается, если у него ключ-карта это... И надо взять у него ее, что больше я нигде не видел, ничего. Это значит, что нам нужно будет зайти к нему в клетку, когда он без сознания. Там вроде есть какое-то время небольшое. Поэтому давайте крутим вентиль. Я надеюсь, что в этот раз все получится. Ой, я дверь не закрыл. Кто открыл дверь? Вот же дрянь. Труба лопнула. Сейчас он сначала починит трубу, потом бомбанет за хлопья. Или уже нет, его и так дверь взбесила. Вот, видите, у него на шее висит карта. Ага, думал, я не замечу респиратор на лице. Пришло время покончить с этим. Не надо, пожалуйста. Все, он идет. Он идет внутрь. Думаешь, я этого хотел? Аккуратненько. Не виноват. Я знаю. Закрыть. Вот так. Есть! Молодец. На! Все! Он упал! Открыть! Уйди! Взял! Дверь! Закрыть! Закрыл, 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 закрыл! Давай! Она прошла! Отлично! Куда? Что это? О, боже мой, боже мой! Открывай! Открывай! Попался! Нет! Нет! Как так? Как так я попался? Она вышла, а я попался! Дверь-то была уже открыта! Это из-за Адель, это она тварина! Она меня толкнула обратно ему в руки! Она меня предала! Полопнула, а? Кто сожрал мои радужные колечки? Я не могу уйти от него, не сожрав его радужные колечки. Ну что? Пришло время покончить с этим. Да, пришло время покончить с этим. Давайте покончим, наконец-таки. Я уже домой хочу. Я этого хотел. Ни в чем не виноват. Я знаю. Оп. Так, побежали. Ах ты, подлец. Тушим его. Все, давай, дохни. А могу взять отсюда карту? Не получится. Так, открыть. Иди, уйди отсюда. Взял! Скорее, скорее, закрыть! Отлично! Побежали! Давай, только быстро, только быстро, быстро, быстро! Открывай! 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 Ну почему я не могу выйти? Ну что, пришло время покончить с этим. Хотел. Я ни в чем не виноват. Я знаю. А? Ах ты, подлец.
Бегом, 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 бегом. Так, так. Давай, открывай. Выбежал. Да. Да. Время прохождения 8 минут. Я потратил 3 часа. Ай, господи. Ладно, мы не получили никакую катсцену клевую. Самое, что меня больше всего радует, это то, что я съел его радужные колечки. Эта игра настоящая маньячелла. Именно потому, что она не давала мне спокойно себя пройти, когда я уже знал все, что нужно делать. И вот эти вот дурацкие штуки с этой... с этой Адель, которая... не могла никак нормально в дверь пройти. Нет, в смысле, она-то нормально проходила, она мне не давала пройти вместе с ней. Но с этим покончено. Оставить отзыв? Оставьте отзыв, друзья. Хотите, чтобы я поиграл в следующие главы, точнее, в предыдущие главы, увидеть приквел? С чего все началось? Почему маньяк такой, каким он стал? Почему он носит эту дурацкую маску? Возможно, потому что я выбрал такую кастомизацию ему. Пишите ваши комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Спасибо всем большое, что смотрели. С вами был Юджин, друзья. И всем пять!